Привет! Я все так же продолжаю говорить о дипломатической истории Первой мировой войны. Это пятая часть. Президент Вудро Вильсон прикладывал усилия к тому, чтобы сохранить нейтралитет Соединенных Штатов и добиться компромиссного мира. В апреле 1917 года США вступили в войну. Вильсон принял все ключевые решения в начале 1917 года при минимальных консультациях. В 1914 году американцы и понятия не имели о приближении войны. Более 100 тысяч американских путешественников, направлявшихся в Европу, оказались там в ловушке, как только началась война, и пассажирские суда перестали ходить. Они отправились в Европу с туристическими целями, по делам бизнеса или навестить родственников и были застигнуты врасплох, когда началась война. Герберт Гувер, в то время проживавший в Лондоне, занимался их репатриацией, то есть возвращением на родину. Правительство США, находящееся под твердым контролем президента Вильсона, сохраняло нейтралитет. Президент оставил на том, чтобы все действия правительства были нейтральными и что воюющие стороны должны уважать нейтралитет в соответствии с нормами международного права. Вильсон заявил в августе 1914 года, когда началась война, что Соединенные Штаты должны быть беспристрастны как в мыслях, так и в действиях, должны обуздывать чувства, а также любую сделку, которая может быть истолкована как предпочтение одной стороны другой в борьбе. В дальнейшем Вудро Вильсон стал видеть в Германии очень сильную разрушительную силу. На этот счет имеется описание советника Эдварда Хауса. Эдвард Хаус писал: «Мне было интересно услышать, как Вильсон высказывает свое мнение о том, что я написал ему некоторое время назад в одном из своих писем о том, что если Германия победит, это изменит курс нашей цивилизации и сделает Соединенные Штаты военной державой». Вудро Вильсон говорил о своем глубоком сожалении, что это позволит проверить его политику на соответствие лучшему международному этическому кодексу. Он глубоко переживал о разрушениях в Бельгии, и я обнаружил, что ему не симпатична Германия. Он заходил даже дальше, чем я в своем осуждении участия Германии в этой войне и почти позволял своим чувствам распространяться на немецкий народ в целом, а не на лидеров. Он сказал, что немецкая философия по сути своей эгоистична и лишена духовности. Когда я заговорил о том, что Кайзер создавал немецкую машину как средство поддержания мира, он сказал, какой глупостью было создавать пороховой погреб и рисковать тем, что кто-то бросит в него искру. Он думал, что война отбросит мир на 3 или 4 столетия назад. Я с ним не согласился. Он особенно презрительно относился к пренебрежению Германии, договорными обязательствами и был возмущен тем, что Бельгийский договор был назван всего лишь клочком бумаги. Но хотя личные чувства президента были на стороне союзников, он настаивал тогда и в течение многих месяцев после этого, что это не должно повлиять на его политическую позицию, которая, по его замыслу, должна быть строго нейтральной. Он чувствовал, что в долгу перед миром предотвратить распространение пожара, что в долгу перед страной спасти ее от ужасов войны. Вильсон поддерживал экономику на основе мирного времени и не проводил никаких военных приготовлений или планов на войну. Он настаивал на сохранении армии и флота на их небольшой базе мирного времени. Вашингтон отказывался даже изучать уроки военной или экономической мобилизации. Наиболее важной косвенной стратегией, используемой воюющими сторонами, была блокада. Лишить врага продовольствия, и военная машина будет выведена из строя. И, возможно, гражданское население потребует прекращения войны. Королевский военно-морской флот успешно остановил отправку большей части военных припасов и продовольствия в Германию. Нейтральные американские корабли, пытавшиеся торговать с Германией, что явно допускалось международным правом, были захвачены или повернуты обратно. Удушение происходило очень медленно, потому что Германия и ее союзники контролировали обширные сельскохозяйственные угодья и сырье, но в конечном счете стратегия сработала. К
1918 году немецкие города были на грани голода. Солдаты на передовой получали скудный паёк, и у них заканчивались предметы первой необходимости. Блокада союзников сделала свое дело. Германия ответила собственной блокадой Британии с использованием подводных лодок, когда в 1915 году был потоплен большой пассажирский лайнер «Лузитания», унесший жизни более 100 американцев. Потопление «Лузитании» было событием, которое решительно изменило американское мнение. Как говорилось, повторите это снова, и это стало бы основанием для объявления войны Соединенными Штатами. Британцы часто нарушали нейтральные права Америки, захватывая корабли, но они никого не топили. Берлин согласился, приказав своим подводным лодкам избегать пассажирских судов. Но к январю 1917 года Гинденбург и Людендорф решили, что неограниченные атаки подводных лодок на все американские корабли, направляющиеся в Великобританию, были единственным способом выиграть войну. Они знали, что это означает войну с Соединенными Штатами, но они делали ставку на то, что смогут победить до того, как удастся мобилизовать потенциальную мощь Америки. Они сильно преувеличили, сколько кораблей они могли бы потопить и насколько это ослабило бы Британию. Они были правы, что Соединенные Штаты были слабы в военном отношении. Гражданское правительство в Берлине возражало против этого плана, но Кайзер стал на сторону военных. Гражданское правительство в Берлине не было ответственным. Вильсон дал ясно понять в своих 14 пунктах от января 1918 года, что он верил, что мир никогда не наступит в мире, который содержит агрессивные, могущественные, недемократические, милитаристские государства. Мир требовал мира, основанного на свободных демократиях. Америка должна была бороться за демократию, иначе ей пришлось бы постоянно сражаться со все более сильными злыми врагами, более сильными, потому что они пожирали слабых соседей всякий раз, когда могли. Этнические группы в Соединенных Штатах были вовлечены, оказывая давление на администрацию Вильсона, чтобы она либо сохраняла нейтралитет, либо оказывала большую поддержку союзникам. Американские евреи были враждебно настроены по отношению к России, но когда в феврале 1917 года пал царский режим, их возражения против поддержки союзников отпали. Когда в конце 1917 года британцы опубликовали декларацию Бальфура, которую поддержал Вильсон, еврейская поддержка дела союзников резко возросла. Ирландские католики очень враждебно относились к поддержке Великобритании, но Вильсон нейтрализовал эту проблему, пообещав, что вопрос о независимости Ирландии будет включен в его повестку дня после войны. Однако он не выполнил это обещание, что привело к яростному возмущению ирландских католиков, которые играли влиятельную роль в демократической партии в большинстве крупных городов. В 1919 году они выступили против Лиги наций, в 1920 году вяло поддержали кандидатуру демократов на пост президента. Представители немецкой национальности Америки решительно поддерживали нейтралитет. Очень немногие выступали от имени самой Германии. Когда Соединенные Штаты объявили войну, они замолчали и за ними внимательно следили на предмет возможной нелояльности. Фактической нелояльности не было, но политический голос немецко-американского сообщества был значительно ослаблен. Скандинавы в целом выступали за нейтралитет, но, как и у немцев, у них было мало представителей в Конгрессе или на высоких постах. К 1916 году появился новый фактор – чувство национального эгоизма и национализма. Невероятные цифры потерь были отрезвляющими. В результате двух масштабных сражений погибло более миллиона человек в каждом. Очевидно, что эта война была решающим эпизодом в мировой истории. Все попытки американцев найти мирное решение были сорваны. Генри Форду удалось выставить пацифизм в смешном свете, спонсировал частную миротворческую миссию, которая ничего
не дала. Немецкие агенты добавили нотку комической оперы. Главный шпионский агент Берлина Франц фон Ринтелен тратил миллионы на финансирование саботажа в Канаде, разжигание разногласий между США и Мексикой, подстрекательство к забастовкам рабочих. Британцы тоже занимались пропагандой, но их не поймали. Германия взяла вину на себя, поскольку американцы все больше беспокоились об уязвимости свободного общества перед подрывной деятельностью. Действительно, одним из главных страхов американцев всех радиостанций в 1916-19 годах было то, что шпионы и саботажники были повсюду. Это чувство сыграло важную роль в возникновении страха перед Германией, подозрениях в отношении всех лиц немецкого происхождения, которые не могли доказать 100% лояльности. Американцы чувствовали растущую потребность в вооруженных силах, которые могли бы вызывать уважение. Как выразился один редактор, самое лучшее в большой армии и сильном флоте – это то, что с ними намного легче говорить именно то, что мы хотим сказать в нашей дипломатической переписке. История, вступление Америки в войну – это исследование того, как радикально изменилось общественное мнение. В 1914 году американцы считали войну ужасной ошибкой и были полны решимости не вмешиваться. К 1917 году та же самая общественность столь же сильно почувствовала, что вступление в войну было одновременно необходимым и морально правильным. Генералам было нечего сказать в ходе этих дебатов, и чисто военные соображения поднимались редко. Решающие вопросы касались морали и представления о будущем. Преобладало мнение, что Америка занимает более высокое моральное положение, как единственная великая нация, приверженная принципам свободы и демократии. В 1917 году все это столкнулось с серьезной опасностью того, что в краткосрочной перспективе могущественные силы, враждебные демократии и свободе, восторжествуют. Решительную поддержку морализму оказали религиозные лидеры, общественные деятели, государственный секретарь с 1913 года по 1916 год Уильям Брайан. Самым важным моралистом из всех был президент Вудро Вильсон. Человек, который настолько повлиял на принятие решения о войне, что данная политика была названа вильсоновским идеализмом, а события – войной Вильсона. В 1917 году Вильсон провозгласил войну за то, чтобы сделать мир безопасным для демократии. Затем возник вопрос, будут ли американцы бороться за то, во что они глубоко верят, и ответом оказалось громкое «да». Соединенные Штаты были союзником на практике, но не по названию. У США не было договора с союзниками, но были контакты на высоком уровне. Вильсон отводил хаосу центральную роль в работе с британскими официальными лицами. Как только США объявили войну, Британия направила миссию Бальфора высокого уровня в апреле-мае 1917 года. В то же время Франция направила отдельную миссию. Обе миссии стремились продвигать интересы союзников и работать над планами сотрудничества в военное время. Бальфур встретился с Вильсоном и Хаусом, чтобы обсудить секретные договоры, которые связывали Великобританию и Францию с Италией и другими странами. Члены делегации встретились со многими высокопоставленными руководителями, чтобы разъяснить британскую позицию. Другие встречи касались поставок боеприпасов, а также декларации Бальфура. И Соединенные Штаты и Великобритания публиковали идеалистические видения послевоенного мира в январе 1918 года. Премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж объявил о британском видении 5 января, в то время как Вильсон изложил свои 14 пунктов 8 января. Вильсоновский манифест оказал большое влияние во всем мире, особенно на Германию, которая к октябрю 1918 года решила заключить мир на его условиях. Другие союзники не обнародовали послевоенных планов, поскольку они были сосредоточены в первую очередь на денежных репарациях от Германии и конкретных территориальных приобретениях от Австрии и Турции. Британские и американские манифесты сильно пересекались. Они предусматривали право национальности на самоопределение и создание новой международной организации для поддержания мира. Однако они разошлись во мнениях относительно репараций, которые должен был выплатить проигравший. Вильсон поначалу возражал. Вильсон хотел больше свободы и возможностей, чего британцы не могли одобрить.